В учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии номер 62 города Бишкек прошло открытое первенство Академии Тхэквондо Кыргызстана, посвященное весеннему празднику Наурыз. Турнир проводился среди спортсменов начинающего и продолжающего уровней. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов со всех регионов Кыргызстана и гости из соседних стран. Соревнования проходили среди детей и юношей, кадетов и юниоров, которые боролись за 32 комплекта медалей. Сегодня мы проводим свое ежегодное первенство Академии Тхэквондо Кыргызской Республики. Академия Тхэквондо в Кыргызстане уже существует на протяжении 8 лет. Организация очень большая, в организации очень много талантливых, перспективных спортсменов. И я очень надеюсь, что наши спортсмены войдут в состав сборной Кыргызстана и под эгидой нашего флага будут выступать на всех международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр. Мы не станем называть всех победителей и призеров, так как их очень много. Но отметим, что воспитанники Академии Тхэквондо завоевали 40 медалей. Из них 10 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. По окончании соревнований состоялось вручение сертификатов на международные черные пояса, прибывшие из Всемирной Академии Тхэквондо Кукивон. Так сертификатов удостоились Анита Цой, Азалия Тахтурбаева, Закия Багбергенова, Адиля Сарсенбаева, Богдан Горячев, Кирилл Казанцев, Эльдияр Жумакадыров, Атай Абдулдаев, Роман Цой, Артем Головач, Максим Каргополов, Амир Мураталиев, Адиль Мамуналиев, Амир Мусалыев и Кристина Дементьева. Затем состоялось награждение всех призеров турнира, которые были награждены почетными дипломами, медалями и ценными призами от спонсоров. В церемонии награждения приняли участие президент Академии Тхэквондо Убайдулла Тахтурбаев и тренеры Академии Ислам Исаев, Ислам Жалкачиев, Ислам Шукуров, Владимир Тюленев, Иман Кинжубаев, Муратбек Улу Атай, Евгений Руденко, Эмильен Цой, Фарис Сабитов, Адиль Мамуналиев, Атай Султаналиев и Кристина Дементьева.